В Минске началось слушание по делу Дельта-банка. Процесс открытый. Напомню, 18 марта Нацбанк отозвал лицензию Дельта-банка, а в конце апреля в Верховный суд было подано заявление о банкротстве. В случае положительного исхода дела будет сформирован реестр требований кредиторов, проведение их собраний и утверждение плана ликвидации. Затем начнутся выплаты. Обязательства перед вкладчиками будут исполняться за счет имущества банка. Возмещение компаниям и индивидуальным предпринимателям будет производиться ориентировочно во второй половине этого года. Буквально накануне финансовая милиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело. Топ-менеджменту инкриминируют преднамеренное банкротство. Якобы банкиры вывели деньги вкладчиков в офшоры. Речь идет о 35 миллионах долларов. Но эти материалы еще в процессе расследования.